Но наконец-таки наступило время, то самое весеннее время. И время менять автомобильную резину. Ну, а также сезонно поменять масло. Количество автомобилей в городе Магнитогорске, ну, если уменьшилось, то не намного. Люди поменяли свои дорогие машины, купили подешевле. Но надо знать, куда приехать и где переобуться за 550 рублей и поменять масло за 800. Предлагаем вам это сделать в Shell-центре. Где он располагается? Ну вот, напротив драмтеатра Пушкина, АЗС «Городская центр». И вот очень скоро сюда поедет большое количество автомобилей, потому что в раз здесь могут обслужить их аж 20 штук. Это переобуть. Вот. Сколько времени займет ваша процедура и надо ли стоять в очереди? Высококвалифицированный персонал, выбушированный, выученный, сделает это очень быстро. И, кстати, параллельно вы можете поменять тут же и масло. Ну, согласитесь, что очень удобно сделать. Теперь тактико-технические данные Shell-центра. Шиномонтажное оборудование лучшее в городе. Мало того, его модернизировали, подстроив под максимальную производительность. Количество станков по перебортовке авторезины доведено до плотности 3 штуки на 10 квадратных метров. Балансировочный станок позволяет с высокой точностью распределять балансировочные груза как снаружи, так и внутри колеса, и может рассчитать их потайное расположение. Специалисты Shell-центра располагают уникальными навыками ремонта авторезины. Любые пробои по беговой и пробои боковин здесь ремонтируются, и на ремонт дается гарантия. Кроме технических возможностей, вопросы эстетики работы и технической безопасности в Shell-центре на высоте. При работе с новой машиной механик обязательно наденет защитный чехол на кресло, наденет новые перчатки и упакует в новый полиэтиленовый пакет ваши колеса. Бесплатно! Подкатные домкраты оборудованы защитными мягкими чехлами, и здесь невозможно ими травмировать ни боки, ни пороги вашего авто. Естественно, одновременно с процессом переобувки вашего автомобиля можно и нужно поменять масло. Естественно, постоянный клиент Shell-центра, даже если и забыл время замены воздушных, салонных и топливных фильтров, находясь в базе данных, будет вовремя предупрежден о необходимости замены оных. Кстати, переведя машину на масло одной марки, в данном случае Shell, необходимость промывки двигателя отпадает. Естественно, существенная экономия – это когда масло доливается с точностью до грамма. Теперь экономия в цифрах. Стоимость промывки фильтра, масла и работы по замене масла – это стоимость розничной продажи масла в канистрах. Правильный подход к делу даже в мелочах, как то одноразовая ветошь. Вафельные полотенца для нее закупаются 10-метровыми полотнами. Умение быстро менять все рабочие жидкости – АТФ, БУР, тормозное, трансмиссионное масло и, извините, формульные пит-стопы по сравнению с Shell-центром курит. Все это в сочетании с минимальными ценами и все это для магнитогорцев, испытывающих сейчас некоторые, так скажем, трудности. Сюжет наш выходит в преддверии массовой замены автомобильных шин. Но теперь вы знаете, куда надо приехать. Сюда. АЗС «Городская центр», напротив Гипромеза, ну или драмтеатра имени Пушкина. Здесь вы реально сэкономите не только время, но и деньги. А также можно дешево и быстро поменять масло.